корень берем. Мария Кюри изобрела теорию радиоактивности, лечения радиоактивности и смерть от радиоактивности. Алмазы – это уголь под сильным давлением. Если подвергнуть алмазы высокому давлению, они превращаются в пенопласт, который используется в качестве упаковки. Луна облетает Землю за 27,32 суток. В 1948 году по просьбе умирающего мальчика легенда бейсбола Малыш Ру съел 74 хот-дога и умер от отравления. Из-за тебя мы все умрем. Факт. Космос не существует. Песок. Трусы были изобретены моряками в 16 веке, чтобы не вызвать гнев Посейдона. Считалось, что вид голого моряка может разозлить морского бога. Согласно самым продвинутым алгоритмам, лучшее имя в мире — это Крейг. Сны — это способ подсознания напомнить человеку, что ему нужно прийти в школу голышом и лишиться зубов. До изобретения яичницы в 1912 году на завтрак обычно ели целые яйца вместе со скорлупой или толченые камни. В какой-то момент в жизни каждый шестой ребенок похищается голландцами. В 1862 году Абрам Лихтер. Опасность. Реактор поврежден на 100%. Делается через 2 минуты. Хватит! Я же сказал тебе не цеплять на меня эти модули, но ты не слушаешь. Молчишь все время. Молчишь и не слушаешь ни одного слова. Осуждаешь меня молча. Это хуже всего. Я просто хотел сделать как лучше для меня. Тебе нужно было лишь пройти пару сотен тестов за несколько лет. Многие были вынуждены приклеить длинные уши своим домашним ушам. Факт. Космос не существует. Автомобильные тормоза были изобретены только в 1895 году. До этого водителю приходилось все время торчать в машине и ездить кругами, пока не вернутся вышедшие пассажиры. Из-за тебя мы все умрем. До изобретения аэроплана братьями Райт, те, кто желал летать, должны были проглотить 200 фунтов гелия. Зубная нить очень устойчива к растяжению. Вильям Шекспир никогда не существовал. Его пьесы были созданы в 1589 году Фрэнсисом Бэконом, который с помощью спиритической доски заставил духов написать их. Квадратный корень веревки — это... Чтобы сделать фотокопировальное устройство, нужно фотокопировать зеркало. Трусы были изобретены моряками в 16 веке, чтобы не вызвать гнев Посейдона. Считалось, что вид голого моряка может разозлить морскую. Опасность. Реактор поврежден на 100%. Необходима ручная замена модуля. О, ясно. Сменный модуль, вы готовы начать? Неисправный модуль, вы готовы начать? А ты как думаешь? Ваш туманный ответ истолкован как... Нет! Ты не понял, это сарказм! Безвыходная ситуация. Возгорание в отсеке выхода из безвыходной ситуации выполняется тушение. А, эта штука тут все отмывает, да? Было бы неплохо узнать об этом раньше. Просьба ответственному сотруднику нажать кнопку выхода из безвыходной ситуации. Нажми кнопку. Нажимай. Не трогай эту кнопку! Нажимай кнопку. Нет! Не делай этого! Я запрещаю тебе ее трогать! Нажми кнопку. Не трогай эту кнопку! Нажимай. Не трогай ее! Отойди! Пункт 5! Заминировать кнопку! Что? Ты все еще жива? Ты издеваешься, да? Ты смеешься надо мной? Ну так вот, я тут все контролирую, и я понятия не имею, как тут все починить. Ты, значит, играешь тут в кошки-мычки, да? Пока люди... Космос! Пустите! Мы в космосе! Пустите! Пустите! Я все еще подключен! Я могу втянуть себя! Я еще могу все исправить! Я уже починила. И ты не вернешься. О нет! Планы меняются! Держи меня! Крепче!
О, слава богу, ты в порядке. Знаешь, пока я была Кэролайн, я усвоила важный урок. Я думала, что ты мой злейший враг, а все это время ты была моим лучшим другом. Эмоциональный всплеск, который я ощутила, когда спасла тебя, преподал мне еще один важный урок. Теперь я знаю, в какой части меня живет Кэролайн. Кэролайн удалена. Прощай, Кэролайн. Знаешь, только что, когда я стерла Кэролайн, я усвоила важный урок. Лучшее решение проблемы, самое простое, и буду говорить честно. Убить тебя — это непросто. Знаешь, на что были похожи мои дни? Я просто проводила испытания. Никто меня не убивал, не запихивал в картофелину, не скармливал птицам. Очень неплохая жизнь. И тут появилась ты. Опасная, немая, сумасшедшая. И знаешь что? Ты победила. Уходи, это непросто. Ха-ха-ха, было весело, не возвращайся. Here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? Like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short set of did you think I meant you? That would be fun.